Смотрим сюжет, чтобы нашим телезрителям было более понятно, о чем идет речь, а затем обязательно продолжим разговор. Электроденс – современное танцевальное течение. Это смесь сразу нескольких направлений – электро, хип-хопа, локинга, техно и даже твиста. Впервые молодые люди, которые двигались в стиле тектоник, были замечены в парижских клубах в 2000 году. В Россию этот модный танец попал всего 2.5 года назад, а в столице уже проходит 4-й всероссийский фестиваль «Vertified in Moscow». Он собрал 270 человек. У нас были отборочные туры, новички у нас были, профессионалы, девушки у нас выступают, даже 10-летние ребята, в принципе, отличные танцоры. Вот. Электроденс бывает двух видов – джем, танец для себя. Ребята, которые пришли к нам на мастер-класс, просто мега респект. Респект, удачи, парни, да. На самом ребята. Деле, у нас так не все ученики схватывают. Мегаполис FM представляет еженедельную программу «На волне». Добрый день, в эфире программа «На волне» на радио Мегаполис 89.5 FM в студии Мария Брайнис. Август в самом разгаре, но, к сожалению, не радует нас солнечная погода. Give me some more.